Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Индия. Сидящий Будда. Второй век. Красный песчаник. 129/101/30. Изображение Будды всегда имеет определенный смысл. Он заключается в позе, положении рук, ног, повороте головы, скульптуры или живописной работы. Так, сидящий бог символизирует глубокое сосредоточение. Поднятая вверх правая рука у данного изваяния ладонь утрачена. Как это называется в религиозной традиции Абхайя Мудра. Жест защиты, благословения или бесстрашия. Удлиненные мочки ушей означают необыкновенное долголетие. Улыбающее лицо – счастье познания. Все перечисленные самые распространенные символы буддизма. Однако у представленного бога, найденного близ города Матуры на острове Цейлон, имеется более 30 различных смысловых деталей, говорящих, что перед зрителями образ с важным посланием для последователей. Левая рука Будды сжата в кулак и упирается в колено, что означает мудрость знания, сконцентрирована в конечной точке пути. Точка между бровями, урна, символизирует высшую степень просветления. На подошвах Будды начертаны изображения чакры, а каждый из пальцев украшен маленькой свастикой. Все это признаки великой личности, прошедшего путь духовного продвижения и перерождения. Прозрачная одежда, накинутая на торс Бога, должна представить взору зрителя его полное физическое здоровье. Такая система символов и знаков присуща только изображению Будды и информирует зрителя о состоянии его просветления. В своих произведениях авторы стремились передать психологическую сосредоточенность на стремлении к достижению нирваны. Иными словами, все образы Бога являются не изображением реального человека Сиддхартхи Гаутамы, родившегося в VI веке до нашей эры, а выражением неких мистических и философских идей, которые призваны делать людей лучше и добрее. Ну, вот такое описание работы «Сидящий Будда. Индия. Второй век. Красный песчаник». Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока. До свидания.